17 мая состоялось заседание дискуссионного клуба «Татаристика» на тему потери и находки. За круглым столом обсуждалась проблема татарского языка, литературы и культуры. Представители театральной деятельности Республики Татарстан пытались разобраться в том, что мы имеем на сегодняшний день и как в дальнейшем будет развиваться татарский театр. В рамках обсуждения главным вопросом стал, как быть татарскому театру в условиях глобализации. Будучи студентом, я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что здесь рассматриваются вопросы будущего нашего театра на предстоящие 10 лет. А главное, чего не хватает татарскому театру. Мне понравилось, что на дискуссии присутствовало много студентов, ведь нужно понимать, что будущее строится прежде всего на молодежи. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.